До сих пор многие люди не верят в то, что вообще это возможно, что эта болезнь существует, существуют такие тяжелые последствия. Но то, что видим мы, и особенно то, что видят врачи в районной больнице, является подтверждением того, что, к сожалению, эта опасность существует, и она реальна, от которой люди и становятся инвалидами, а кто-то даже и умирает. В отношении вакцин, тем не менее, можно сказать, что опыт, в принципе, накоплен достаточно большой, и испытания прошли в достаточном объеме с тем, чтобы уже использовать к широкому употреблению. И касаемо нас, и конкретно меня, вот недавно тоже я сделал второй этап этой вакцины, переносится она, в общем-то, достаточно хорошо. После, ну, если говорить конкретно обо мне, после второй инъекции в течение суток было легкое недомогание, которое достаточно быстро прошло, и на следующий день я уже занимался спортом и вел активный образ жизни. Поэтому, конечно же, надо вакцинироваться. Потому что это уже доказано, и, по крайней мере, даже если человек и заболеет, то будет это все в легкой форме, которая, скорее всего, не потребует никаких госпитализаций.